Мы начинаем считать. Удачи. Поверить не могу, что через каких-то полчаса я стану частью вашей династии, империи или... А, Доминиона. Мы говорим Доминиона. Не терпится стать частью этой семьи. Но есть одно условие. Выполнишь и официально станешь одной из нас. В полночь мы сыграем в игру. Зачем? Такой обряд посвящения для новых членов семьи. Игра. Какая игра? Прятки? Мы что, правда будем в это играть? Что ж, правила элементарны. Прячься в доме, где хочешь. А мы попытаемся тебя отыскать. То есть я по-любому не смогу выиграть? Сможешь, если продержишься до рассвета. Ну и шуточки. Удачи. Что это за хрень? Старье какое-то. Я знаю, что ты здесь. Ну, милая, ты застрелила прислугу. По-твоему, она похожа на невесту в белом платье, Эмили? Твою ж мать! Мне пришлось им подыграть, чтобы помочь тебе выбраться. Да вы психи! Они думают, что должны убить тебя до рассвета, иначе с семьей случится что-то ужасное. Если мы не найдем ее и не проведем ритуал, нам всем конец. Нашел. Ты что творишь, Эмили? Блин, ну я нечаянно! Сегодня я расскажу вам, как пользоваться арбалетом. Пистолет забыла. На вот лучше арбалет. Мистер Ледомас, я видела, как она бежала. Ненавижу твою гребаную семейку! Ты всего лишь очередная жертва. По-твоему, мы тут в игры играем? Да, в прятки. Забыл? Ты ж хотела свадьбу. Ты, о, я нет, виновата! Прости, ты прости, прости. Охренел!